Как праздника ждет молодежь Иркутской области и не только форум «Байкал». И вот стало известно, что он все-таки состоится. Напомним, ранее его перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Новые сроки проведения форума с 28 по 31 октября. Но важный нюанс – пройдет он в онлайн-формате. Интересно, что это не только исключит распространение инфекции 21 века, но и позволит сэкономить солидную сумму на организацию форума – 7 миллионов рублей. И они не останутся в недрах бюджета региона. Их направят на микрогранты для участников из муниципалитетов. Ну и это еще не все. Также пройдет отдельный грантовый конкурс для всех желающих. Поддержат рублем лучшие социально значимые проекты. Минимальный размер гранта – 1,5 миллиона рублей. Максимальный размер гранта, простите. Поэтому наверняка битва будет интересной. Тем более конкуренция большая. Уже сейчас на форум зарегистрировались 1500 участников из 11 стран. Итогом форума станут более 100 социально-экономических проектов, которые по задумке должны будут помочь в развитии Байкальского региона, Сибири и страны в целом.